Привет! Помнишь, совершенно недавно я знакомилась с тебя с акцией реактивации, где ты всего лишь за 10 гривен можешь получить туалетную воду. Но сегодня я могу тебе показать, сколько это 35 баллов бонусов. Мы специально сделали заказ, оформили, посчитали, и вот те продукты, которые тебе нужны каждый день. Ты без них просто не обойдешься. Ну а теперь с огромным удовольствием познакомлю тебя со своим заказом, с тем, что нам нужно этим летом. Понятно, что каждое утро, когда мы заходим в ванную комнату, обязательно нужно чистить зубы. И то привлекательное предложение, которое есть на задней обложке каталога, ты пропустить просто не должна. Поэтому зубная паста, я выбрала для себя экстремальную свежесть, вот только по одной простой причине, что мне с ней очень комфортно, и я прямо чувствую, как морские минералы укрепляют десны, благотворно воздействуют на мои зубы. Утро и вечер эти продукты должны быть. Что еще должно быть? Конечно же, антибактериальный гель для рук. Где ты в городе или на природе можешь помыть руки, если нет воды? Конечно, есть лужи, есть кафе, но я предлагаю достать из сумочки антибактериальный гель для рук и получить огромное удовольствие, очищая руки, убирая грязь и совершенно разные бактерии. Лето – это еще и всевозможные укусы комаров, поэтому и также угревые высыпания, поэтому я обращаю внимание на вот этот замечательный продукт. Это антибактериальный лосьон «Чайное дерево». Он вообще многопрофильный. Скажу тебе по секрету, что кроме того, что он подсушивает кожу, прыщики, всевозможные угревые высыпания, которые появляются и активизируются этим летом, он прекрасно рано заживляет абсолютно укусы всех мошек, комашек, комаров и так далее. Поэтому, если вдруг ты направилась куда-то в затоку, где много комаров, обязательно возьми этот продукт, он тебе очень сильно пригодится. Что еще важно? Хочу обратить внимание на то, что это должно быть тоже на твоем туалетном столике или в твоей ванной комнате. Это масло для волос и тела. Масло, которое увлажняет, питает, восстанавливается, держит. Масло авокадо, сильные смягчающие действия, и на самом деле это возможность реанимировать себя на природе, это возможность реанимировать свою кожу и также благотворно ухаживать за своими волосами. Кстати, говоря о волосах, я хотела бы тебя познакомить с еще одним продуктом. Ты когда-нибудь мыла волосы без воды? Вот напиши мне в комментариях, мыла ли ты волосы без воды? Я тебе скажу, что для этого нужен вот такой вот замечательный сухой шампунь. Очень привлекательная цена. Шампунь сухой для тонких волос коллекции HairX – это тот еще продукт. Во-первых, он очищает волосы, придает им свежесть. Мало того, твоей прическе придает объем. Я просто считаю необходимым, чтобы он у тебя был. Куда бы ты ни поехала, где бы ты ни проводила время на свежем воздухе, сколько бы времени ты там ни была, ты можешь всегда подправить свою прическу и выглядеть всегда с шикарной шевелюрой. Поэтому это тот шампунь, который будет очищать кожу твоей головы без воды. Ну и еще один важный момент. Даже если мы не взяли весь комплексный уход, у тебя должна быть замечательная пара. Дневной и ночной крем. Ну а как не воспользоваться коллекцией Optimals, когда здесь два продукта покупаешь с 55% скидкой. И вот это вот, моя дорогая, это как раз 35 баллов бонуса. 35 баллов бонусов – это то, что тебе нужно каждый день. Расскажи своим подругам, расскажи своим консультантам. Это очень легко. Сегодня перед тобой заказ на 36 баллов бонусов, а это значит, что легко можно получить за 10 гривен вот такой замечательный летний аромат Memory. Подробности ты можешь узнать у своего менеджера по продажам, ну а также в описании к этому видео по специальной ссылочке.